Просто войдем. Приемное отделение. Алло, здравствуйте, девушка. Это ГАИ, дежурная часть, беспокоит. Сейчас мужчина нам позвонил. У него ребенок, 1 год, мальчик. Температура 40, рвота. Сейчас мы его сопроводим. Вы, пожалуйста, если можно там по возможности, организуйте, пожалуйста. Меньше, может быть, ждать. Все, спасибо большое, до свидания. Все нормально? Показывают, да. Спасибо, полтора. Да, страшно. Спасибо, все вам, хорошо, пожалуйста. Спасибо, господа.